В деле Екатерины Гандзюк появились новые фигуранты. Нацполиция задержала еще двух человек. Одного из них ранее объявляли в розыск. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он покупал серную кислоту. А вот роль второго задержанного следователям еще предстоит установить. Напомню, покушение на Екатерину Гандзюк произошло в Херсоне 31 июля. Она до сих пор в больнице с серьезными ожогами.